ростовчане, всем привет! Но думаю, у каждого из нас происходил такой момент в жизни, когда перед выходом из дома в голове возникают сложные логические цепочки, брать зонтик или не брать. А раньше вообще существовала такая профессия — носитель зонтика. И объяснялось это тем, что этот аксессуар был предметом роскоши, ну и довольно тяжелее наших, где-то на пару килограммов. И еще наши предки не умели предсказывать прогноз погоды, а мы умеем. Встретимся в студии через пару десятков секунд. На выходных зонтики будут нужны только, чтобы укрыться от лучей, ведь солнце падет на рекорды. В субботу днем термометры покажут в тени плюс 37. Ветер при этом будет дуть с востока со скоростью 4 метра в секунду. Ночь тоже не слишком прохладная, 23 градуса, атмосферное давление застыло 753 миллиметра ртутного столба. В воскресенье давление упадет до отметки 749 миллиметров ртутного столба, а вот температура взлетит до рекордных плюс 39. Ветер сделает все возможное, чтобы немного остудить нас, и будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. Но вряд ли его дуновения при таких градусах будут свежими. И ночи все теплее. Ниже 24 градусов воздух не остынет. Небо практически безоблачное, и осадков не ждем и не надеемся. Влажность всего 29%. В понедельник похолодание до плюс 37 и ветерок, развивающий наши волосы со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление решит немного пошалить и еще упадет. Всего 447 миллиметров ртутного столба на барометрах. И жарковатая ночь при плюс 25, а дожди только в воспоминаниях. На этом у меня все. До встречи!